Журналисты Якутии в Дни Победы отдали дань памяти героям войны. Возложили цветы к мемориалу, посвященному подвигу якутских воинов-журналистов 1941-45 года. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб на фронтах. Пятого мая – день советской печати. Сегодня 7 мая – день радио. Есть Николин день, есть день пионерии, но самым главным праздником действительно является День Победы. Так говорил мой отец, ветеран тыла, почетный гражданин Вилюйского улуса. Поэтому я действительно преклоняюсь всем ветеранам, ветеранам тыла, тем, кто ковали нашу великую победу. Разрешите от имени Министерства поздравить вас с Днем Великой Победы. На торжественном возложении цветов выступили ветераны якутской печати, представители средств массовой информации и будущие журналисты. Всегда чтим память наших ярких личностей, людей, которые именно, они не только писали острые материалы с фронтов, но и автоматом на руках воевали. А потом после победы наши воины, журналисты трудились для развития Советского Союза, нашей республики и нашего светлого будущего. Поэтому мы сегодня отмечаем этот день. В списке представителей СМИ и полиграфии на фронте от Якутии значится 139 человек. Все имена запечатлены на мемориале Дома печати. Для молодых они являются примером профессионального мастерства и мужества.